Песни мировой звезды Ливанса Кеймару – сплав рэпа, хип-хопа, R&B и поп-мотивов. Основа текстов – так называемый френглиш, смесь французского и английского языков. Артист успешно совмещает сольную карьеру, управление сетью ресторанов, благотворительность и дизайн собственной линии модной одежды. Много людей, которые пытаются заниматься и тем, и другим, они терпят неудачу либо в бизнесе, либо в их музыкальной карьере. Я стараюсь разделять эти вещи. Поэтому, собственно говоря, вы не можете видеть новые альбомы Кеймара на прилавках каждые 2 года. Чтобы побывать в Самаре, на открытии ночного клуба «The Rooms» Кеймара прервал запись своего нового альбома в Монреале. Ожидает, что диск выйдет в конце этого года. Пока же самарцы смогли вживую услышать песни, уже давно ставшие хитами. Музыка заводная, то есть молодежная, может быть, как бы и не совсем моего поколения, но мне очень понравилось. К услугам посетителей нового клуба «The Rooms» 5 развлекательных зон, в том числе танцпол, ресторан и караоке-бар. Человек может одновременно находиться в 5 разных заведениях на общей площади. Есть такие заведения во Франции, они очень популярны в последнее время. Самарцам новый клуб явно пришелся по вкусу.